центре материковой Греции, в горах Фессалии, между горными массивами Пинда и Антихасион, вблизи города Каламбака и деревни Костраки, величественно возвышаются скалы Метеоры, на вершинах которых между небом и землей были обустроены монахами православные монастыри, пустыни и скиты. В этом каменном священном лесу находится вторая по значимости после святого Афона монашеская община Греции. Монастыри святых Метеор веками были неусыпными стражами и хранителями национальных традиций, прибежищем для гонимых, кормильцами для борцов за свободу и живыми источниками православной веры. Здесь повсюду рассеян прах святых, посвятивших свою жизнь любви Господу. Святые Метеоры известны всему миру. Это место всемирного поклонения и многовековой образец подвижничества. Сюда приезжает множество паломников со всего света, чтобы поклониться, почувствовать святость и благодатность этих мест, помолиться перед нетленными мощами святых и уехать преисполненными духовным напутствием, благодатными сокровищами для духовной жизни. В этом уединенном и недоступном месте, укрытом естественными темными скалами, православные аскеты, поселившиеся здесь несколько столетий назад, нашли плодородную почву для монашества. Изначально подвижники молились в изолированных друг от друга небольших часовнях, знаменитых молитвенниках. Первым отшельником был некий Варнава, который в 950-970 годах построил старейший скит Святого Духа. Затем в 1020 году последовало возведение Преображенского скита критским монахом Андроником. А в 1160 году был сооружен скит Стаги или Дупиани. В конце XI и в начале XII века в Дупианском или Статском скиту образуется пока еще небольшая монашеская община с богослужебным центром в храме Пресвятой Богородицы. Первая же организованная монашеская киновия была основана около 1340 года преподобным Афанасием Метеорским. Грабительские набеги турок и политические интриги вынудили молодого афонского инока Афанасия и его духовного отца Григория покинуть святую гору Афон. Какое-то время они жили в Салониках, а потом по совету сербского епископа Иакова отправились в фессалийский скит Стаги. Они обосновались на вершине скалы Стилос. Спустя некоторое время Афанасий по благословению своего духовного отца перебрался в пещеру пониже и посвятил всего себя уединенной молитве. Григорий же прожил на вершине Стилос более 10 лет. В 1340 году преподобный Афанасий, искавший еще большего уединения, собрал 14 монахов из близлежащей округи и снова перешел на новое место. На этот раз на самую большую скалу высотой 613 метров над уровнем моря и 413 над уровнем ближайшего городка Каламбака – Платис Литос, что в переводе с греческого означает «широкий камень» или «великая метеора». Здесь им был основан первый общежительный монастырь, посвященный преображению Господню. Афанасий имел единственную цель – создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских обителей. Именно с момента определения устава монастыря «Великая Метеора» и ведет свое начало «Святая Метеора». В наши дни название «Метеора» относится ко всему комплексу огромных каменных столбов, хотя вначале это было лишь название монастыря, основанного преподобным Афанасием Метеорским. В 1371 году Метеоры посетил правитель Фессалии Иоанн Урош Неманич. По отцу он происходил из сербского рода Неманичей, а по матери – из византийской императорской фамилии Палеологов. После знакомства с Афанасием Метеорским, который стал его духовным отцом и наставником на пути ко спасению,
он отказался от царства и удалился в Преображенский монастырь Великая Метеора. Там он облекся в монашескую ризу, получив при постриге имя Иоасав. После кончины святого Афанасия он стал игуменом монастыря и немало способствовал процветанию Метеор. При его мудром правлении метеорские монастыри процветали как никогда. В попечении о монастырях ему много помогала его родная сестра Мария Ангелина, правительница Эпира, оставившая большую часть своего имения в управление и распоряжение брата. На эти средства преподобный построил в своем монастыре множество келий, монастырскую больницу, резервуары для воды и другие необходимые постройки. В 1394 году, когда турки захватили Фессалию, преподобный Иоасав был вынужден на некоторое время удалиться на Афон, где провел несколько лет в монастыре Ватопед. Около 1401 года он снова вернулся на Метеору и продолжил там свои подвиги, живя в непрестанных молитвах в небольшой келии. После 40 лет монашеского жития великий подвижник отошел ко Господу. Преподобным Иоасафом завершился славный и богатый святыми род Неманичей. Его почитание как святого рано распространилось в метеорских монастырях и на святой горе Афон, а честные мощи преподобного были положены в метеорском монастыре Преображения Господня вместе с мощами преподобного Афанасия Метеорского. К концу XIV века здесь было уже 22 монастыря, образовавших скальный город Стаги. Наибольший спад монашеской жизни в Метеорах пришелся на XV век, период упадка и падения Византийской империи. С конца XV века и особенно в течение XVI века наступает период настоящего процветания монашеской жизни на Метеорах. В эти годы большинство монастырей были приведены в порядок и расширены, а храмы в них были расписаны уникальными фресками. Повсеместно стали обустраиваться новые обители, и к середине XVI века Метеора достигла своего расцвета как крупный монашеский центр. Сначала здешними монастырями неофициально руководил протообщины Стаги, но в 1490 году главой над ними становится настоятель монастыря Великая Метеора. В дальнейшем турецкая оккупация и различные внутренние и внешние проблемы привели к упадку монашеской жизни Метеоры. И тогда, в те тяжелые годы турецкого ига, женщинам был разрешен доступ на Метеору. Спасаясь от бесчинствующих огорян, они вошли в скальные монастыри и занялись их обустройством. Это были жительницы ближайших селений, благодаря решимости которых многие святыни удалось сохранить от поругания и разграбления. Во время Второй мировой войны итальянские и немецкие оккупанты разграбили многие здешние монастыри. То немногое, что уцелело, подверглось осквернению со стороны коммунистов в последовавшей за этим гражданской войне. За все время существования общины на вершинах Метеор было построено 24 монастыря, и это не считая большого количества одиночных келий, аскетириев, часовен и скитов, которые были рассеяны по всем метеорским горам. Сегодня в своем первоначальном виде восстановлены только 6 монастырей, 4 мужских, Преображение, Варлаама, Святого Николая Анапавса, Святой Троицы и 2 женских, Русану или Святой Варвары и Святого Первомученика Стефана. Многое лето и благословенное. Хочу от всего сердца пожелать всему миру здравия и чтобы Христос Бог, Его же Рождество мы празднуем в эти дни, рождался в наших сердцах. И когда Он родится в нашем сердце, тогда мы сможем проповедовать Его внешнему миру, обществу, чтобы оно стало обществом мечты, человечеством идеалов, которое живет по воле Божией.
Подвиги монахов, их молитвы, которые до сегодняшнего дня не останавливаются ни на минуту, и в данный момент они молятся за нас, вселяют крепкое упование в наши души, что все изменится к лучшему, что с нами Бог, что Он не оставит нас. Об этом свидетельствует и Его имя. Вы видите, что сказано в Евангелии? Имя этого ребенка, который родился в сей день, будет Эммануил, что означает «с нами Бог». С нами Бог. Сам Господь нас уверяет в этом и в день Своего воскресения, когда Он сказал «Я буду с вами во все дни до конца времен». Итак, мы знаем, что Он с нами, и Он постоянно удостоверяет нас в этом, дает нам надежду. И если Бог с нами, то нам абсолютно нечего бояться. Ни коронавируса, ни дьявола, ничего. Наша жизнь в руках Божьей. И мы здесь всего себя отдали в руки Божьи, доверились Ему без остатка. Многое лето всем нам. Пусть Господь дарует всем здравия и благословенный Новый год. Также мы пожелаем многое и благословенное лето всем нашим православным братьям, которые находятся во всех концах земли, во всей вселенной, и нашим братьям-молдаванам. Они представляют особое общество православных христиан, которые посещают часто святые метеоры. И мы благодарим их за это и очень рады, поскольку видим в их лице целый братский народ. Мы братья, и мы радуемся их приходу, видим их и радуемся. Также я радуюсь и восхищаюсь, глядя на их благочестие. И я могу сказать, что они превосходят нас, греков, в благоговении. Я наблюдаю, как они к нам приходят, как поклоняются святыням, как подходят к обителям и к монахам, и их поведение достойно всяческой похвалы. Поэтому я радуюсь за них и поздравляю их. Мое пожелание, чтобы они прекрасно встретили Рождество Христово, всегда были благословенны. И мы в святых метеорах всегда ждем их, готовы с радостью принять у себя и молимся за них. В западной части Святых Метеор, на вершине самой высокой скалы, находится монастырь Великого Метеора. В самом центре монастырского комплекса возвышается древняя башня с нависающим балконом, к которому крепится старинная сеть, дар господаря Валахии Нягое Басараба. Слева от башни, на северной стене скалы, высечена каменная лестница. Ее 200 ступеней ведут к главным вратам монастыря. Первым насельником и иктитором монастыря был преподобный Афанасий Метеорский, утвердивший общежительный устав всего метеорского монашества. Он подвязался в маленькой келье рядом с небольшим храмом Пресвятой Богородицы, который сохранился до наших дней. В те годы его послушником и сподвижником стал преподобный Иосаф, бывший правитель Фессалии Иоанн Урош Неманич. Соборный храм монастыря посвящен Преображению Господню. Начало его строительства было положено еще преподобным Афанасием, а завершен он был в 1387-1388 годах при игумене Иоасафе. В последующее время самым известным игуменом был иеромонах Симеон, родом из Эпира. В 1545 году он возвел Большой Преображенский собор, переделав существовавший ранее храм в алтарь и пристроил к нему новое помещение храма и притвор. К северо-востоку от соборного храма монастыря находится величественное здание трапезной, возведенное в 1557 году. На ее южном фасаде можно увидеть необычную фреску «Иисус Христос, Царь Славы», написанную в 2008 году художником Власием Цоционисом.
К северо-востоку от трапезной расположено старинное здание Дома престарелых, построенное в 1572 году. Большой подъем монастырь испытал в конце 18 века при игумене Парфении Арфидисе. Тогда был возведен небольшой храм святых равноапостольных Константина и Елены, а храм святого Иоанна Предтечи, пристроенный к северо-восточному фасаду собора, приобрел свой нынешний вид. В 1808 году монастырь Великого Метеора поддержал восстание, вспыхнувшее в Фессалии под предводительством священника Ефимия Влахавы. Монахи снабжали продовольствием восставших, выступивших против притеснения со стороны правителя Янины Али-Паши. А в 1898 году игумен обители Парфени оказал помощь повстанческим отрядам фессалийцев в борьбе за Македонию. В настоящее время все постройки монастырского комплекса отреставрированы. Построен новый кладбищенский храм Иоанна Лествичника, а также часовни святого Нектария, святых Бессребреников, святого Нифона и святого новомученика Николая Ихтийского. На юго-востоке Метеорских скал, на высоте 528 метров над уровнем моря, находится монастырь святого первомученика Стефана. История монастыря исчисляется с XII века. Согласно древней надписи, датируемой 1191-1192 годами, на этой скале подвязался отшельник Иеремия. В конце XIV – начале XV веков ктитором монастыря был представитель знаменитого византийского рода Кантакузинов – Антоний Кантакузин. А в середине XVI века ктитором обители становится преподобный Филофей из села Слатина. В XV веке именно в этот монастырь господарь Молдавии и Валахии Драгомир подарил главу святого Харлампия, ставшего с того времени вторым крепким представителем и заступником не только монастыря, но и всей Греции. Древний храм святого Стефана был возведен в 1350 году и заново отстроен преподобным Филофеем в 1545 году. В нем сохранились фрески XVII века. В 1798 году при игумене Амвросии был построен новый соборный храм во имя священномученика чудотворца Харлампия. В 1814 году в храме был установлен резной деревянный иконостас, выполненный мастерами из Мецова, Костасом и Димитрием. Росписью собора последние 25 лет занимался иконописец Власий Цоционис, работы которого являются выдающимся образцом художественного творчества. В 1961 году монастырь святого Стефана стал женской обителью. Первые монахини, поселившиеся здесь, сумели обустроить монастырь по общежительному уставу и занялись восстановлением монастырского комплекса. В последние годы в монастыре возведен храм в честь святых архангелов и святой мученицы Клавдии, а также часовни Покрова Пресвятой Богородицы и святой Марины. В помещении трапезной, построенной в 1857 году, в наши дни располагается музей монастыря. Здесь собраны древние манускрипты, ценные рукописи и редкие старопечатные книги. Всего в монастыре хранится 154 рукописных кодекса и около 800 старинных печатных книг. Особый интерес представляют древние Евангелия, искусно отделанные золотом и серебром. В музее также собраны наиболее ценные иконы византийского и поствизантийского периодов. Святые иконы испокон веков почитались за свой чудотворный дар и за помощь верующим в освобождение от грехов,
тревог и страхов. Здесь же можно увидеть вышитую золотом эпитафию. Она была изготовлена мастерами из Валахии в 1857 году, а рядом выставлены церковные облачения, искусно украшенные вышивкой из золотой и серебряной нити. Сегодня в обители несут свой молитвенный подвиг около 30 монахинь. В монастыре действуют мастерские иконописи, каллиграфии, оформления рукописей и лицевого шитья. Кроме того, трудами монахинь ведется большая просветительская работа по возрождению византийской музыки и этнографии. С 1988 года монастырь Святого Стефана вместе с другими метеорскими обителями включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К северо-западу от монастыря Святого Стефана, на вершине величественной скалы, на высоте 535 метров, возвышается монастырь Святой Троицы. Отсюда можно полюбоваться чарующим видом всей Фессалийской равнины, Козиака и других отрогов горной гряды Пинда. Самое раннее письменное упоминание о существовании на этом месте обустроенного монастыря встречается в указе Симеона Уроша, датируемого 1362 годом. К вратам монастыря ведет выбитая в скале крутая лестница. Уютный внутренний дворик обители располагает к тихой уединенной молитве. Слева от входа в монастырь находится небольшая часовня святого Иоанна Предтечи, представляющая собой ротонду, высеченную прямо в скале. Она была расписана в 1682 году прекрасными фресками на средства иеромонахов Дамаскина и Парфения. Череда просторных коридоров соединяет часовню святого Иоанна Предтечи с расположенным в северо-западной части скалы соборным храмом обители, посвященным Святой Троице. Он был построен в 1475-1476 годах и по архитектурному стилю представляет собой четырехстолбный крестово-купольный храм с восьмиугольным куполом и пристроенным позднее сводчатым пределом. Фрески центральной части соборного храма и алтаря написаны при игумене Парфении двумя иконописцами – священником Антонием и его братом Николаем. Сохранились также фрагменты более ранней росписи. В 1689 году к храму Запада был пристроен просторный предел с широкой полусферической кровлей. Его роспись была завершена в 1692 году мастерами Иоанном и Афанасием Ризу. Последние 30 лет в монастыре проводятся реставрационные работы. Из новых построек следует отметить кладбищенский храм в честь святых архангелов и обустроенный уютный монастырский дворик. Здесь, в монастыре Святой Троицы,
монахи своим трудом и молитвой показывают пример подвижничества паломникам, посещающим эту святую обитель. Юго-восточнее монастыря Святой Троицы, на вершине вертикальной монолитной скалы, на высоте 484 метров над уровнем моря, находится монастырь Святой Варвары, или, как его еще называют, Русану. Ограниченность пространства на вершине скалы обусловила вертикальный характер застройки монастырского комплекса. Его каменные стены кажутся естественным завершением круто вздымающейся скалы. Основателями и ктиторами обители считаются два родных брата из Эпира, преподобные Иоасаф и Максим. Они получили в свое распоряжение скалу Старого Русану с сохранившимися на ней руинами древнего храма Преображения Господня. И в 1527-1529 годах на свои средства построили новый одноименный храм. Преподобные обустроили монашескую общину по строгому общежительному уставу, основные положения которого они изложили в своем завещании. Чтобы попасть в монастырь, надо пройти через нависающий над скалой небольшой мостик. Древние стены довольно узкого коридора проходят сквозь внутренние постройки и ведут к монастырскому дворику. В одном из уютных коридоров монахами обустроен выставочный зал, где собраны наиболее ценные иконы, хранящиеся в обители. В притворе главного храма, посвященного Преображению Господню, в ковчегах хранятся честные мощи святых мучеников и исповедников веры преподобных отцов. Среди этих святынь – честные мощи святого Прокопия, святого Пантелеимона и святого Модеста. А рядом, в ковчеге, находятся честные мощи ктиторов монастыря преподобных Феофана и Нектария, а также частицы мощи преподобных Харлампия, Трифона и святой великомученицы Варвары. В 1560 году при игумене Арсении храм был расписан известным мастером критской иконописной школы Джорджи. Большую ценность представляет иконостас деревянной резьбы с позолотой, украшенной иконами Пресвятой Богородицы, Христа Спасителя и многих святых. Спустившись по нескольким лестницам, перед нами открывается еще один небольшой храм, посвященный святой Варваре. В 1988 году монастырь Русану был преобразован в женскую обитель. За эти годы весь архитектурный комплекс монастыря был отреставрирован. Заботами монахинь
была возведена часовня Святой Варвары и Рождества Пресвятой Богородицы, а ухоженные сады придают особую гармонию всему монастырскому комплексу. Продвигаясь по дороге, ведущей от Костракии к Святым Метеорам, уже издалека можно увидеть встроенный в вершину скалы монастырь святого Николая Анаповса. Его ктитрами и устроителями считаются митрополит Ларисский преподобный Дионисий Милостивый и стагонский экзарх преподобный Никанор. К вратам монастыря ведет крутая каменная лестница, выбитая прямо в скале. Поднявшись по ее ступеням, мы попадаем на первый этаж монастырского комплекса, где сохранился миниатюрный храм святого Антония, построенный еще в XIV веке первыми насельниками обители. «Приветствую вас в этом благословенном месте обители, которое посвящено святителю Николаю и находится на скалах Метеор. Сегодня мы празднуем Рождество Христово, этот великий праздник. Пришел в мир Христос и подарил нам свет. Он родился в простой пещере, был гоним всеми. Христос рождается в сердце каждого человека. Мы переживаем общение со Христом, когда в нашем сердце смирение. Тогда наше общение со Христом становится живым, и мы переживаем Рождество Христово на собственном опыте. Монастырь наш посвящен святителю Николаю, архиепископу Мирликийских. Ктиторы нашей обители – святой Дионисий и святой Никанор Экзарх Стагонский. Святой Дионисий был епископом Ларисским. Он оставил свой архиерейский трон и пришел сюда, на эти скалы, где построил монастырь, ставший для всей округи украшением. Он посвятил основанный им монастырь святителю Николаю. Праздник Светлого Рождества Христова монахи Метеор встречают с особой любовью и благоговением, чем подчеркивается тесная связь праздника с тайной нашего спасения и избавления от греха и смерти. Наступает время праздничной литургии. Из благословения игумена Феофана мы отправляемся в главный храм обители. Сегодня, на Рождество Христово в евангельском чтении, говорится о путешествии волхвов с востока для поклонения родившемуся Христу Спасителю. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδε είπον αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Звучит херувимская песнь, одно из главных песнопений литургии. Она призывает нас уподобиться херувимам, которые непрестанно славят Бога, воспевая «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Херувимская песнь призывает нас оставить все мысли о повседневных проблемах, ведь близится кульминация службы – Евхаристия. Oh,
совершается Великий Вход. Он символизирует вход Господень в Иерусалим и составляет одну из торжественнейших частей литургии. Во время Великого Входа святые дары, хлеб и вино выносятся из северных врат алтаря. При этом христиане стоят с преклоненными главами, выражая уважение к переносимым дарам и просьбу, чтобы и их помянул Господь во Царствии Своем. Читается символ веры. Это молитвословие, в котором встречаются все основные положения и догматы Православной Церкви. В Древневосточной Церкви символы веры были связаны с катехизацией и крещением. Это значит веровать во единого Бога Отца, в то, что Бог все содержит в своей силе и власти, всем управляет, что Он сотворил небо и землю, видимый и невидимый, то есть духовный мир, которому принадлежат ангелы. Этими словами выражается уверенность, что Бог есть, что Он есть один и нет другого, кроме Него, что все, что существует как в видимом физическом мире, так и в невидимом духовном, то есть вся необъятная Вселенная создана Богом, и ничто не может быть без Бога. Евхаристия — главное таинство Церкви, в котором верующему под видом хлеба и вина преподается истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа. Совершая Евхаристию, народ Божий благодарит Господа о всех благодеяниях, на нас бывших, явленных и неявленных, о всех и за вся. Участвуя в таинстве, верующие присутствуют при действительном воспоминании жертвы Господа Иисуса Христа и благодарят Его за спасение всего человечества. В жертве и благодарении состоит сущность Евхаристии. Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάκνη ανακληθείς, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Ερώδυνα, δυνάμει του Σημάντου, οικεσίες των Ενδόξων Προφήτων,
Вот и завершается праздничная литургия. Жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия. На ней вспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, воскресшего и вознесшегося и паки грядущего судите миру всему. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά του Πάντες ημάς χρόνια πολλά και ευλογημένα. Главный храм обители расположен на втором этаже монастырского комплекса. Он был построен в начале XVI века и посвящен святителю Николаю Мирликийскому. Из надписи, сохранившейся над входом в храм, видно, что он с основания был построен преосвященным митрополитом города Лариса, преподобным Дионисием и стагонским экзархом святым Никанором. Самая большая достопримечательность в нашем монастыре – фрески соборного храма, которые были созданы Феофаном Критским, одним из величайших творцов и учителей Критской иконописной школы. И у нас представлен его первый монументальный шедевр, который он создал здесь, в Метеорах. Затем он расписывал храмы в обители Ставроникита и Великая Лавра на Афоне. Здесь осталась и единственная известная нам его подпись. По крутым ступенькам каменной лестницы, ведущим на верхние этажи монастырского комплекса, можно подняться на вершину скалы, где монахами обустроена смотровая площадка с возвышающейся над ней небольшой колокольней. Отсюда открывается великолепный вид на горные хребты, опоясывающие Фессалийскую равнину. На вершине одной из самых высоких скал, на высоте 551 метра над уровнем моря, находится монастырь Варлаама. Своим названием он обязан первому обитателю скалы, преподобному Варлааму, который подвязался здесь в середине XIV века. Первым подвижником, который взобрался на эти скалы, был Варлаам. Настоящий подвижник, очень отважная личность. Он искал уединения и аскетизма, для чего и взобрался на эти скалы. В 1350 году он стал жить там в полном одиночестве, как пустынник, отшельник и столпник. Его подвиг поставил, запечатлел печатью святости всю округу. Жители окрестных селений называли эту скалу, где он жил, в его честь, «скала Варлаама».
Он создал небольшую церковь, посвятив ее трем святителям, высек в скале своими руками резервуар для воды, где собирал воду, необходимую для жизни, а также небольшую келейку, где он жил в полном уединении. Свои рукоделия он спускал в корзине по веревке к подножью скалы, а местные иноки относили их к месту, называемому «рыбный камень», которая представляла собой рынок, где все окрестные монахи продавали свои рукоделия. После чего эту же корзину наполняли продуктами питания и снова поднимали по веревке наверх. Таким образом, у него была возможность вести отшельнический образ жизни в совершенном безмолвии и не отвлекаться на поиски пропитания. Главным образом, в уединении, он целиком и полностью предавался умной молитве. После представления этого великого подвижника, эта скала оставалась в запустении примерно 200 лет, вплоть до 1515 года, когда на этих скалах поселились два великих подвижника — преподобные отцы Феофан и Нектариус Апсараты, происходившие из одной богатой византийской аристократической семьи апсаратов из Янин. Они основали монастырь Липину в Янинах. Там происходило много знаменательных событий в этом оазисе города Янина. Также в обители Дионисиат на святой горе Афон у них был духовным отцом святой Нифонт, бывший патриарх Константинопольский. С его благословения они пришли в это аскетическое место святых Метеор, в то время находившееся в полном запустении. Вместе с двумя своими духовными чадами, святым Венедиктом и святым Пахомием, они начали строить на этих скалах обитель. Их учеников Господь прославил святостью. Мощи святого Венедикта нетленны. Поднимаясь на нашу скалу, отцы-основатели Феофан и Нектарий, как сказано в их житии, обнаружили пустынное место, где не было абсолютно ничего. Строения Варлаама за столько лет оказались совершенно разрушены. С большим трудом, великими жертвами и стараниями, на свои собственные средства, они построили здесь обитель в том виде, как мы ее видим сегодня. Первое их строительство было завершено в 1536 году, целых 18 лет. После этого сразу же, в скором времени, они восстановили небольшой храм трех святителей, который был основан святым Варлаамом. Он стал первым храмом новой обители, где они совершали монастырское богослужение, а вокруг храма были построены несколько келий. Первым игуменом был ктитор обители преподобный Феофан, один из двух братьев-основателей. Он приставился в 1544 году, и его настоятельское место занял его брат, преподобный Нектарий, который прожил еще около 10 лет и в качестве игумена завершил строительство обители. В дальнейшем, в течение многих веков, было каноническое и естественное преемство братьев. За всю историю никогда монастырь не оставался без настоятелей и братьев. Было ли их очень мало, двое или пятеро, но монашеская жизнь не прерывалась. До прихода современной эпохи, когда в 1961-м один великий просвещенный иерарх Дионисий, митрополит Тридский, вдохнул новый прилив сил в жизнь обители. Он привел молодых людей в монастыри святых Метеор, и в обитель Варлаама, и в обитель Метеор, и в обитель святого Стефана. Таким образом, избавились монастыри Метеор от опасности захвата мирскими людьми, которые могли превратить их в музей или туристический комплекс.
Митрополит Дионисий обновил монастыри, направив сюда молодых подвижников, Калинника, впоследствии ставшего митрополитом Пирийским, и нынешнего игумена, старца Исидора, который пришел сюда в возрасте 23 лет, а сегодня ему 85, и он продолжает нести свое служение, духовно руководить и окормлять всех нас. Και είμαστε ευγνώμονες στο Θεό που έτσι είχαμε την ευλογία του Θεού. Мы благодарны Господу, подарившему нам такое благословение, быть рядом с таким старцем, который принадлежит, к сожалению, последнему поколению великих отцов, которые возлюбили это место и всю свою жизнь положили на возрождение истинного монашества не только в Греции, но и по всему миру. Στα εντός της πατρίδος μας, αλλά στα μήκη και τα πέρατα του κόσμου. Сегодня в монастыре подвязается хорошо организованная мужская монашеская община, живущая глубокой духовной и церковной жизнью. Ими завершена реконструкция всего комплекса монастырских зданий, а недавно была отреставрирована возвышающаяся над северо-восточным краем скалы старая монастырская башня с подъемным устройством, построенная еще в 1535-1536 годах. Мы с вами находимся в башне-подъемнике с корзиной. Это ручная лебедка, которую вращали два человека и таким образом поднимали и опускали по натянутым тросам специальную сеть или корзину, которые наполняли различными грузами или пассажирами. Сейчас этот подъемник тоже используется для подъема некоторых грузов, но в движении он приводится с помощью двигателя, а не ручной тягой. Ручной подъемник функционировал в прежнем виде до 1922 года, когда в скалах были высечены ступени. До того времени подняться в обитель возможно было только по тросам этого подъемника. Чтобы подняться в сетки на этом подъемнике, требовалось около получаса, поскольку она сильно раскачивалась ветром, и нужно было выжидать момент движения, чтобы не удариться о скалу. За всю историю мы не знаем ни одного несчастного случая, ни в нашем монастыре, ни в других метеорских обителях. В северной части монастырского комплекса обустроено хранилище с огромной деревянной бочкой. Мы находимся с вами в помещении, в котором представлена большая бочка 16 века. Она вмещала в себя 12 тысяч литров. После того, как была создана башня-подъемник, постепенно поднимали наверх бревно за бревном, из которых мастера собирали эту бочку по бревнышку. Первоначально ее использовали для сбора и накопления воды из разных потоков дождевой воды с крыши храма и монастырских зданий. Воду заливали сверху, освещали ее, совершая водосвятный молебен, и таким образом обеспечивался запас питьевой воды на длительный период времени. После того, как специально для питьевой воды были высечены в скалах каменные резервуары, эта бочка стала использоваться для хранения запасов пшеницы. Поэтому мы видим здесь это небольшое отверстие, куда насыпали муку для хлебопекарни и для просфорни, чтобы покрыть все нужды обители. Таким образом, сначала она служила резервуаром для воды, а впоследствии стала зернохранилищем. В юго-восточной части монастырского комплекса братья обители была построена новая каменная ризница, в которой хранятся ценные реликвии византийского и поствизантийского периода. Начнем рассказ о ризнице нашего монастыря с этого старинного железного креста 14 века, который был найден на одной из скал Метеор. Вот здесь у нас находятся старинные рукописи нашей обители. Их у нас очень много. Здесь выставлены несколько показательных образцов. Вот здесь иллюстрируется историческое развитие нашего монастыря, начиная примерно с 1350 года от первого нашего подвижника, преподобного Варлаама. Далее мы видим отцов-основателей нашего монастыря, святых Феофана и Нектария. Все старинные наши реликвии. Вот диптихи, где записывали имена для поминовения за божественной литургией.
Вот здесь старинное описание нашей обители. Старинные иллюстрации различных путешественников времен турецкого ига. Вот мы видим изображение подъемника на фоне скалы. Бочка. Главный храм Кафаликон обители. Ризница, в которой мы сейчас с вами находимся. Старая монастырская больница. Церковь трех святителей. Трапезная, келья монахов. Это иллюстрация из повседневной жизни нашего монастыря. Сцена из трапезной. Да, изображенный игумен обители. А вот здесь представлены старинные священные сосуды обители, из тех, что сохранились, поскольку во время немецко-итальянской оккупации жители соседнего селения Костраки видели, как фашисты спускали реликвии «Метеор», нагружали на мулов и вывозили в Европу. Многое было украдено. Все то, что вы видите здесь, из того, что отцы успели спрятать. Вот здесь представлен старый архиерейский трон и старые аналои 18 века. Старинные иконы с 16 века. Вот эта икона из наиболее важных, которые у нас есть. По всей видимости, она написана Феофаном Критским, который считается лучшим поствизантийским иконописцем Греции. Икона Успения Пресвятой Богородицы. Вот еще более древняя икона, 14 века, эпохи палеологов, македонская иконописная школа. Это самая старая икона, которая есть в нашем монастыре. Вот здесь старые святые чаши, дискусы, старые кадильницы. Большая часть относится к 16 и 17 векам. Это все рукописи? Да, все рукописно. Смотрите, какие буквицы. Как все искусно украшено и иллюстрировано. Переписчики были настоящими художниками. Сколько же требовалось искусства, терпения и молитвы, чтобы создать такие шедевры? Вот эта рукопись 17 века. Здесь тоже старинные иконы конца 16 века. Посмотрите, сколько ликов изображено на этом триптихе. Насколько они миниатюрные и как качественно сделаны. Просто шедевр. Здесь стоит немного задержаться. В этом крыле представлены целиком и полностью иконы конца 16 века русского стиля. Их прислал нам святой Арсений, который родился в селе, расположенном недалеко отсюда. Он с детства приходил в обитель на богослужение, а когда его отправил Константинопольский патриархат в Россию, чтобы противостоять католическим веяниям, которые угрожали православным в России того времени, он много помогал в этой борьбе русскому народу и прислал нам эти иконы и дискос из Москвы. С обратной стороны мы видим его подписи в дар нашему монастырю, к которому он писал особое благоговение. Также в нашей обители существовала мастерская скрипториум, где переписывались старые рукописи, чтобы у следующих поколений была возможность иметь в своем распоряжении книги взамен старых, обветшавших. И так у нас был организованный скрипториум. А вот здесь представлена его иллюстрация, гипсовые скульптурные изображения монаха-переписчика за работой. Не только богословские и богослужебные, но и исторические книги переписывались. Вот посмотрите, в рукописи богослужебника 18 века какая искусная монограмма. Помимо организованного скрипториума переписчиков, в нашей обители существовала и организованная швейная мастерская, где занимались художественным вышиванием.
Вот эту плащаницу создавали целых 10 лет. Начали вышивать в 1599, а закончили в 1609 году. В рукописях мы встречаем описание, что монастырь также принимал заказы и из России, и из Молдавии, и Валахии, как свидетельствует Арсений, который был лучшим в этом деле. Вот здесь старинные священнические облачения, старинные епитрахили. Один из них — эпохи отцов-основателей XVI века. Все здесь ручная работа, вышиты различные иконографические изображения. А вот здесь новые архиерейские облачения от епископов, которые приняли монашество в нашей обители, а потом посылали их в дар. Вот это блаженной памяти архиепископа Афинского Христодула. Выдающийся был иерарх Элладской церкви. Вот здесь представлены старые фотографии нашей обители, а также и из монастыря Варлаам, и в целом со всех Метеор. Величественный храм всех святых построен в святогорском стиле. Его строительство было завершено в 1544 году. Перед входом в храм всех святых монахами обители обустроен довольно просторный внешний притвор, где паломники могут помолиться и приложиться к выставленным здесь святыням. В 1548 году храм был расписан великолепными фресками фаворитским иконописцем Франком Катиланосом, а в 1566 году были завершены работы по росписи внутреннего притвора храма. Позолоченный деревянный иконостас украшен изящной резьбой и великолепными иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы. Одной из главных святынь монастыря считается икона Пресвятой Богородицы Ходатайница. Эта икона Пресвятой Богородицы зовется Ходатайница. Она наша местночтимая, покровительница нашей обители. Так же, как для Святой Горы Скоропослушница, Троеручица, Гликофилуса, так и для нашего монастыря образ Пресвятой Богородицы Масидрия Ходатайница, которая, как видите, изображена держащий свиток, на котором записан разговор грешника с Пресвятой Девой. Этот верующий человек просит ее о спасении, а Пресвятая Дева, в свою очередь, просит Христа. В конце концов, когда он исполняет просьбу своей Всесвятой Матери, она говорит своему сыну: «Благодарю тебя, Слове, благодарю тебя, чадо мое, что ты исполнил мою просьбу». Следовательно, Пресвятая Богородица — наша Матерь, которая ходатайствует за нас. Страдаем ли мы от боли, настигают ли нас скорби, испытания и искушения — все то, что мы, люди, претерпеваем в этой жизни. Она — наша надежда, утешение, наша защита и утверждение. Одним словом, наша мама. Именно поэтому наши преподобные отцы-основатели, ктиторы, поместили ее икону здесь, чтобы мы черпали благодатную помощь и укреплялись на подвиг в своей ежедневной духовной борьбе. В монастыре монахи бережно хранят честные мощи мучеников и исповедников веры преподобных отцов, которые со слезами и смирением удостоились вечного царства. Среди самых главных святынь обители – десницы преподобных ктиторов монастыря, святых Феофана и Нектария, частица мощи преподобного Венедикта, левая рука святого Иоанна Златоуста, глава святого Николая Мецовского, глава святого новомученика Иоанна Яннинского, заплечье святого великомученика Пантелеимона, рука святой Параскевы и часть мощей святого пророка Иоанна Предтечи. Очень много честных мощей нам оставили в качестве драгоценного духовного наследства наши преподобные ктиторы, отцы-основатели. И мы особенно ощущаем это сегодня,
ощущаем себя простыми хранителями этих сокровищ. Ведь мы не совершаем великих подвигов, мы очень немощны духовно. Мы убогие хранители этого великого священного наследия, которые для обители представляют самую большую ценность. В юго-восточной части скалы, над входом в монастырь, сохранилось здание больницы, служившей также приютом для престарелых, с небольшой церковью святых бессребреников. Здесь у нас тоже старинное здание 16 века, эпохи отцов-основателей. Раньше здесь была монастырская больница. Когда заболевали монахи, а в те времена в обители жило более 30 монахов, их помещали сюда на лечение. Рядом мы видим небольшую больничную церковь святых бессребреников, то есть святых врачей. Церковь прекрасно отреставрирована рядом со старой монастырской больницей. В юго-западной части монастыря находится братский корпус с монашескими кельями, а под ним обустроен уютный сад, где монахи могут предаваться уединенной молитве. А на вершине скалы возведена смотровая площадка, откуда открывается великолепный панорамный вид на величественные скальные образования, окруженные просторами Фессалийской равнины. На этих неприветливых скалах многие поколения монахов, преподобных отцов и подвижников, отрекшись от всего земного, жили с единственной целью – единение с Богом и обретение Царствия Небесного. Нынешние насельники метеорских монастырей, несмотря на многие трудности, стремятся сохранить многовековые традиции православного монашества и неустанно и непрерывно молятся о своем спасении и спасении всего мира.